Привет и намасте, друзья! Всем привет! И снова на канале «Вкусная Индия». С вами Ирина. И Амир. Друзья, как ваши дела? Я надеюсь, у вас все хорошо. Сегодняшний выпуск не запланированный. Мы должны были выложить абсолютно другое видео. Но в связи со сложившейся ситуацией в мире, мы решили записать небольшой сюжет, небольшое видеосообщение для вас. Наверняка вы уже знаете, что многие социальные сети и крупные компании заблокированы в России. Что это значит? Это значит, что не сегодня, так завтра это ожидает и YouTube. Скорее всего, его тоже заблокируют. И тогда большинство из тех, кто нас смотрит, а это где-то 60%, просто не будут иметь доступа к нашим видео. Мы не хотим, чтобы мы потеряли друг друга, и поэтому мы создали на канале Яндекс.Дзен наш новый канал, который называется «Ирина и Амир. Вкусная Индия». В случае, если в России заблокируют YouTube, вы легко нас можете найти там. Для этого вы должны скачать из Google Play приложение, которое называется Яндекс.Дзен, установить его на ваш телефон и зарегистрироваться. После этого просто подпишитесь на нас, и те же самые видео, которые мы выставляем на YouTube, будут выставляться и там. То есть в случае блокировки YouTube вы нас не потеряете, вы будете знать, где нас искать. Но это абсолютно не означает, что мы уходим с YouTube и что мы больше никогда не будем выкладывать наши видео на этой платформе. Да, друзья, и мы будем снимать видео 2 раза в неделю на YouTube. Мы хотим знакомить и радовать вас традициями, культурой, жизнью из Индии и какими-то моментами из нашей жизни. Поэтому мы будем в таком же формате выкладывать видео и на YouTube, и на Яндекс.Дзен. Пока что мы будем выкладывать на платформе Яндекс.Дзен наши более старые видео, но в случае, если YouTube закроют, то вы будете знать, где нас искать, и там будут выходить самые последние видео из Индии, с нашего канала «Вкусная Индия». Пару дней назад мы выложили пост на YouTube с этой же информацией о том, что мы создали канал на Яндекс.Дзене. И мы получили море негатива в наш адрес. Почему-то многие люди посчитали, что мы создали тот канал в целях наживы и большого заработка. Вы думаете, что мы зарабатываем, наверное, с YouTube или будем зарабатывать с Яндекса прямо в первые дни миллионы? Ну что сказать, у каждого есть свое мнение. Создание канала — это не просто вы нажали на кнопочку и все. Для этого нужно время, чтобы его контролировать, чтобы выкладывать видео, писать различные посты. Это не вот, что вы захотели — написали, не захотели — написали. Здесь должна быть периодичность. И этот канал мы создали для того, чтобы у вас была возможность смотреть наши видео. Если вам не нравится ваше видео, мы вас не заставляем никуда переходить, нигде регистрироваться, не подписываться на нас. Но если вы хотите смотреть после, допустим, блокировки YouTube, у вас будет эта возможность. И все. Мы хотели только донести до вас эту информацию. Конечно же, мы будем очень рады, если YouTube останется в таком же виде, как он и есть, если нигде он не будет заблокирован и будет доступен просмотру всем людям. Так что, друзья, мы остаемся на YouTube и никуда отсюда не уходим, но знаете в определенной ситуации, где нас найти. Это канал Яндекс.Дзен. И ссылка на наш канал и в описании под этим видео, а также в описании нашего канала. Так что вы можете просто нажать на ссылочку и попадете к нам на канал Яндекс.Дзен. Единственное, что вам нужно будет обязательно скачать это приложение, чтобы не потерять потом нас. И мы вас очень-очень любим, друзья, и для нас очень приятно, что вы смотрите наше видео. Мы делаем наше видео для вас с любовью и только с позитивными эмоциями. И если вам нравится наше сегодня видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Обязательно пишите ваши комментарии, и мы вас ждем на всех социальных платформах с любовью из Индии. Всем пока-пока! Пока-пока!